Олег Ефремов испортил свадьбу Нины Дорошиной и Олега Даля. Дело в том, что до этого у Ефремова и Дорошиной был бурный роман. Актриса влюбилась в него, как только пришла в театр «Современник». Вчерашняя студентка буквально смотрела в рот своему учителю, а очень скоро и любовнику. Но счастье продлилось недолго. Не секрет, что Ефремов был тем еще Дон Жуаном. Очень скоро он охладел к Дорошиной и переключился на других женщин, а та продолжала его любить и ждать. В один из дней, когда Ефремов вновь бросил Дорошину, она уехала сниматься в картину «Первый троллейбус», где играл и Олег Даль. Молодой актер моментально влюбился в Дорошину и чуть ли не на третий день сделал ей предложение. Кто-то говорил, что она решила выйти замуж назло Ефремову, а кто-то считал, что актриса искренне хотела забыть бывшего любовника. Только не тут-то был. Олег Ефремов не дал забыть о себе даже на свадьбе Дорошиной и Даля. Он пришел туда без приглашения и устроил большой скандал. В итоге пара развелась спустя всего 2 месяца после свадьбы.